товарищ Першев. Завтра в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. По области 22-27 градусов тепла. Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. В Нижегородском цирке новая программа «На грани экстрима». Спешите видеть заключительное представление. В эфире бабушка и ее кефир. Настоящий бабушкин. Наш кефир приготовлен только из натурального молока по традиционным рецептам. Кефир «Домик в деревне» в наших традициях. Шеф! Шеф, у меня опять проблемы с животом! Обратимся к специалистам. Живая дружественная лактобактерия Югулакт борется с дисбактериозом, нормализует микрофлору кишечника. Югулакт помогает детям и взрослым. Она одна такая? В каждой капсуле их 2 миллиарда. Объясняю популярно. Питаться надо югулярно. Как превратить макароны в полноценное блюдо? Легко. Из сочного мяса, спелых томатов, свежих овощей и зелени мы готовим соус «Галина Бланка». А вам остается лишь добавить его к макаронам. Новые соусы «Галина Бланка» добавь к макаронам, и блюдо готово. Очень вкусно! Алло. Алло, да, сейчас с собакой погуляю и выезжаю. Ну, я не знаю, ну, минут 20. Ну, это же собака.